армрестлинг, подтягивания, прыжки на скакалке и другие дисциплины. На прошедших выходных школьники «Химок» показали, на что способны. Спортивные состязания в рамках соцпроекта «Здоровая молодежь, здоровая Россия» – инициатива депутатов «Единой России». Морально поддержать школьников пришла трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Чем больше мы будем наших ребят в это дело вовлекать, мне кажется, тем будет более здоровая, более амбициозная молодежь. А это значит и хорошее будущее для всей нашей страны. Потому что когда ты владеешь своими нервами, когда ты знаешь свое время, когда ты понимаешь, какие нагрузки ты можешь выполнять, то тебе и легче идти по жизни, и легче делать планы и достигать результатов. Ребята, показавшие наилучшие результаты, получили грамоты и подарки – футбольные и баскетбольные мячи.